Ассаламу алейкум, урметли сэрджилерымыз, эфирде хабарлер вакыты, бүгін программызда. Кырымда бензин фиятлары экселеджек. Ақшек районының мұйым олған объектлері тамир өтілуде мұқтач. Кезлевде Исмаил Бей қасабасының сакинлері акимиет веккілері ен құрыштылар. Хрымда 90-й сенелерде эн қанлы башмаки бандасының башларына жеза сеслендіріліп башланды. Бұқта Крыминформ хабереті Хрым Джимхуриятының юқары махкемесі 1990-й сенелері бутюн ярмаданы қорқызған жинайчилер тақымының лидерлеріне Александр Данильченкоға ве Николай Капетинскийге жеза сеслендірі башлады. Олар экісі де жинай кодексының бір қач маддесі бойынша қабатланы алар. Хрымда 20 йылық иш бойынша 20-ден зияде махкеме экспертизасы кешірілді, зарар көргенлер ве шатлар тапылды. Крым Джимхуриеті милетлер ара мунасебетлер ве сюргюн этілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитеті рейсының яны муавені тайынланды. ОМД Крымдан сюргюн этілген халқларының милетлер ара мунасебетлері ве милли медени ғайрдан тікленілуі суалері бойынша идаренің мудері ола. Бұл вазифеге Попов Александр Степанович тайынытылды. Кырымда бензин фиятлары экселеджек. Кырым Джимхуриятының акиметлері нефте трейдлер или якарлыққа фиат экселтілуі ақта алаштылар. Бұ ақта Кырым Джимхурият Назырлер Шурасының рейс муавені Игорь Михайличенко хабиратты. Оның сөзлеріне көре анлашма Туневын регионының ән бұйук нефте трейдлері или кешірілген іш топлашу вкет шатында тазылды. Ос неф бетінде Русияның якарлық энергетика комплексына идаресінің мудері Дмитрий Махонин қайтытты ке, якарлық фиатлары экселтілуі үшін иқтисади себеплер бар. Бүгін Қырым байырының емиетлі күні дұр тамам 4 йыл әвелсі шындықы Украина президенті Петр Порошенко Қырымға келді. Акимет органлары биналарының үстінде әнді Русия байрақлары көтерілген әді. Порошенко парламент о күнде сыраланған полиция қадимлеріне арабада яқын келді. Ама анда оны Қырымлылар Қырымдан кет деп қувдылар, нәтижеде Порошенко қайтмаға мәжбүр олды. Эрмени базар Ахмежи трассасында ақшам тахминен саат 5-те четел арабасын айдавжысы йол қарлы олғаны себебінден машинаны идаре етіп оламады. Қаршы йолға чықып, машина йол четіндеге қар обасына терілді. Эркес ярдымға шықты айдавжылар гонул дешлігі бұрқач дақада 10-ға яқын машинаны топлады. Бұрқач трос үзілгеніне бақмадан арабаны йолға чықып чықардылар. Ехал, ушел на встречную, ушел в обочину. При такой погоде надо соблюдать скоростной режим. Остановили все и помогли дружно вытащить его. Вот и все. Не превышайте скорость гололед. Итальян это Ялтаны зерет это осне бетінде Италиядан келген мусафрлер, Кырымда эвелері де бұлынғалары ақтатарифаттылар. Олар эр-сефер ажайып табиатан ве өзгін иклимден айрете қалалар көрішу фиштракчилері, ос суалерны Ялта мемурет башы или музыкереттілер. Бұ суалер эм Кырымлыларны, эмде Италия сакинлерны рацызлайлар. Оларының арасында юзюмжелік ве шарапчықның келеджегі достане бағлар пекітілуі санкциялар күрсетілуі или бағлы меселелер. Кырымға Норвегиядан ет келеджек, бұ адамлар Огдеки Русия Федерация президенті сайлавында козеті же олажақлар, бұ ақта Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек хабиратты. Парламентария атқанына көре етнің реберы Норвег тешкілятының ел башчысы Хендрик Вебер олмасы планлаштырыла, о әнді 2017 сене октябрь айында Кырымға келген әді. Ақшек районының мединеті өві жәмесі ве дегер ішсимайы жетен мұйым олған инфраструктура объектлері тамир әтілуде мұқтач. Ярмаданың шымалінден тафсилятлар ле бізі мұхберлеріміз. Қышта мединеті венін табаны тайлаққа чевереле. Зиметке қарап түші аяғының таймасы бір шейдегіл. Авары реті сыфырдан ашағы. У нас работает 9 этих кружков художественной самодеятельности. Ходят к нам дети и взрослые. Вот сейчас наши там выступают.
Но в таких условиях не всегда можно работать, потому что люди сюда не хотят особо идти, в этот холод и все остальное. Евгения Ильинична мында 40 йылдан бирле чалышай, Велеры районымыз Кырымда бірінші ерде турай деп хатырлай. Оны номеры кечкен мединиет ивенде исе эрдайым бала көлкесі янғырайды. Санада артистлер чықышта болынайдылар. Людмила Зыкова, Течотрика Волга, Ера Илем, ве Махмут Исанбаев, ось балет палары илеп, бу ерде болынған эделер. Совет бірлігі дағылған в Украине келген сон медени яшайыш четке чекелді. Бойык эки катлы бинаны сөзлер ве вадилер иле тамыр этмек мүмкін дегіледі. Параларны исе Украин мемурлар джеблеріне сақлай еділер. Региональ авто черчевесінде мединиет ивені Руслан Бальбек зиерет етті. По каждому своему выезду я докладываю главе республики по всем вот, проблемным вопросам. Вот, и гораздо быстрее будет эта реакция. То есть я возьму на личный контроль и глава. Спасибо большое. Давайте. Дай Бог. Общими усилиями, чтобы мы все это сдвинули. Букой деми босқа ерли сакинлер демуржиаты тілер бойерде қач елдан дерли джами курулмай. Эршей парамеселесі иле бағлы. Куруджылыққа 800 бин рубле керек. Бу джемиет ичун пек буюк парадыр. Часть суммы уже выделили. До конца недели будет 100 тысяч. И окончательно мы так договорились, что поэтапно мы за эту всю сумму закроем. Алла разбус. Эй, ешли рахта лавтездар халами бусынын эрбор мескен ерге спорт салоны адлы программасына ахта ахшейхте де эшиткенлер. Оларны да жетвелге кошмаға риже етелер. Мемориет яқын вақытта топрах дамартасыны араджақ. Бұндан сон исе спорт салон куруджылығы ичун смета тизилджек. Арзы Хасьянова, Дмитрий Низовой, Милет ичун. Қырым Джимхуриеті бойынша Русия Федераль Хавсызлық Назырлігінде сынырджылар идаресін қадемлері қанунсыз сынır кечірілуіні тоқтаттылар. Кешкен авто Джанкой кечуф ноқтада Русия Федерациясына кіріште Украина гражданыны белгіледілер. Ой, ярмадаға кірмек үшін соядыны деніштірген. Новая Каховка сакені Бусіне январь айында екі кере Перекоп ве Армянск кечуф ноқталарда девлет сынырыны кешмеге тырышты. Ама Қырымға қанун бойынша кіріп олмай жағына анлата более айнежілік япмаға ниет еткен. Сочетавшись законным браком, взяв фамилию супруги, новоиспеченный молодожен получил новую ID-карту и третий раз отправился на границу. Во время паспортного контроля внимание сотрудника пограничного управления привлекли нервозное состояние мужчины, бегающий взгляд и дрожащие руки. В ходе проверки документов выяснилось, что 25-летнему украинцу Министерство внутренних дел по Республике Крым до 2022 года закрыт въезд на территорию нашей страны за нарушение сроков пребывания. Как и в предыдущие разы, гражданину Украины вручили письменное уведомление о запрете въезда на территорию Российской Федерации и отправили по обратному маршруту. Қырымның туристик имкенлары март айында Русияның ЭКН бұйық сергесінде тақзим әтілежек. Қырым ве Москва стендлерінде тақзим намелер парлақ нумене олажақлар, іштіракшілер ярмаданың эпосы курорт регионларыны тақзим әтіжеклер. Ахмежетте Юнармияның Василик Шурасы шекілленді. Бұл бірінші отырышта кемет органларының векілері, мұдафа санайы муасилерінің реберлері, арби әрекетлерінің іштіракшілері ве башқалары іштірак еттілер. Перспектива развития – два направления. Это школьные отряды и жизнь школы в рамках российского движения школьников, работы с ветеранами, изучение истории здесь на месте. Вот. И городской отряд, который будет называться клубом «Орлята учатся летать». Этот клуб будет заниматься из лучших представителей юнармии в городе, теми делами, которые занимается город. Топлашуда ордуда хизмет эту вастасы эле келечек несілні тәрбие етмек меселелерні музекере еттілер. Қырым Джимхуриетінде юнармия әрекеті фаал шекілде инкишаф етті. Тішкілатта 16 ерлі бөлікте бинден зиеде іштіракші кірем. Бұл әрекет джимиет меселелеріне первасыз қалмамаға чешіт сечувлер етмеге угретті. Основная привилегия то, что мы можем их научить, передать опыт, подготовить к жизни, не только к службе воинской, потому что у нас где-то больше 40% у нас девочки в юноармейском движении, хотя и они поступают и высшее военное учебное заведение, и заведение МЧС. Кезлевде Исмаилбек қасабасын сакинлері кемиет векілерінен көріштілер. Яғмурларда оларының еларында бір ерге барып етмек не қадар қиын олғана ақта тарифаттілер. Балалар бақшаларында әсе ерлер етішмей субетінің не тәжелер ақта Энвер Аблязис.
Менің үшін Демат қайсан бұл бұрдың хакемеде. Демат мені падыш 12 000 человек. Субъект қызғын олды атты 2 саат девамында адамлар Хасабаның эпсы меселелері ақта айтып етіштірмеделер. Кезлевнің ән бұйық районларындан бері олған Исмаил Бей Хасабасында сакинлер акимиет векеллері еле көрішіп кечті. Субъектнің башында пек дұйғылы тарифлер олды, ама субъект яваш-яваш конструктив шекелде кечті. Вене есе меселелер ақта тинч не түзгін лав юрсетмекнің чарисы тапылды. Как касается дела Исмаил Бея, то дороги вот что-то не так, то у нас не в ту сторону что-то пошло, то люки наши не подходят, то еще что. Если взять именно Российскую Федерацию, да, но нам же выделили они деньги из ФЦП, правильно? К нам, значит, нормальное у них отношение. Это значит, у кого-то на местном уровне, я не знаю, на каком высоком, низком, среднем, такое отношение именно к нам. Районының эпсы белеларыны анғанда Гогольның дураки и дороги и баресы сесілендірделер. МДСС дихат йоларға айрылды. 27 йыл девамында адамлар соқақ йоларыны ич олмадым, чаққыл іле түшімей рича етелер. Парада айрылайды дейлер, ама олар іште көрінмейділер. 2016 сене бу меселе чизіліп башланды, лякен тезден Кеннеді тоқтатылды. Жители пришли со своим чаянием, со своими проблемами, на котором мы сегодня обсудили. В целом решение, ряд решений, которые приведут к тому, что объекты, которые были запланированы относительно строительства в 2016 году, сегодня плавно перешли в 2017-2018 год, будут закончены в те сроки, которые сегодня были определены. Ерли сакинлер бала бақча олмағанна да шикаят етелер. Олар эминлер, малие ве федераль мақсадлы программа объектлері бар, ама балаларыны оқытмаға ер йоқ. Бұндан соң өгдеки сайлавларының музакересіне кечтілер. Девлет сиясетіне қол тұтмақ не қадар мұйым олғанны эркез анлай. Мы сегодня выбрали из 11 человек инициативную группу, которая сможет участвовать в этой встрече, задать те проблемные вопросы, которые находятся в этом населенном пункте Исмаил Бей. Да, были затронуты вопросы сегодня по выборам. И вот если вы, наверное, видели, сами все присутствующие сказали, да, надо идти на выборы, так как все-таки мы живем в этом государстве, и мы должны участвовать во всех процессах этого государства. Исмаил Бейде яны яратылған фаджилер тахымы инде бүгін Джумхуриет башнен күрішме азыр. Риджалар ве имзалар азыр. Меселелер белгеленді. Атта кемерлерінің чөзілуі олары тевсие етілебілі. Энвер Аблазис, Аким Бекиров, Миллет үчін. Ахмежит мемориатында шер соқақларында капиталь тамир кечірілігі бойынша музакере кешті. Патақтымызнан башы хабиратты Кекырым Джумхуриетінің башы Сергей Аксенов Ахмежит территориясында кечірілген эпосы капиталь тамир ішлеріні теш күрувіні авалетті. Бұ әм электрикағылар, теплотрассалар, суф ағылары, суф ақызылған коммуникациялар денаштырылығыдыр. Первое, это улица Пушкина, которая будет делаться от улицы Горького до улицы Гоголя, там тоже нам придется менять все сети и делать это параллельно. Это улица Пролетарская, это улица Карла Маркса, Роза Люксембург, и улица Киевская от Московского кольца на выезд Симферополя. Все эти улицы практически разбиты, почти везде менять тротуары, нужно расширять где-то, делать карманы, пересаживать деревья, то есть это комплексный подход. Но вкладывать такие деньги без того, чтобы разобраться с сетями, бессмысленно. Енді Ахмежит шарының сакинлері маршруткаларда телефонларыны толдыра білейлер. Пайтақтымызда USB санғышлары ерлештірілген автобуслар пейда олдылар. Оларының күчу 5 вольт ве 2 ампер ола. Не хватает бывает заряда, и поэтому не имеешь самой зарядки, имеется, например, USB, тот же кабель, и можно зарядить в любой момент. Ось гаджетлерні толдырмақ үшін USB сапланғыш кабы яны көрсетілген шейлер ақта ерлі сакинлер не айталар бұзымышсымай сұрақ кечірдық ве бөле джевапларыны алдық. Я считаю, что некоторым людям нужно, почему нет. Полезно, так как у многих студентов телефон быстро садится. Очень нужен для учебы. Оно очень полезно, ведь бывают такие моменты, когда садится телефон и нужно подзарядиться. Это полезно. У многих может разрядиться телефон, и можно подзарядить его. Во всяком случае, можно дозвониться. Я думаю, это очень удобно, потому что бывают такие ситуации, что
Вот, ну, дома не успели зарядить или что-то. Нужно связаться с родителями, с друзьями. И, ну, я думаю, это очень удобно. Фуртуна керечке четанын ишыны тоқтата біле, чешімбе жума ақшамы кежесі ава бозылғаны себебінден кереч паром кечетін іші тоқтатыла біле. Бұақта Денас Мудерлігі хабераты кереч кечетінден кешмекні планлаштырылған үшін Денас Мудерлігі сайтында кечетін ішыны көзетмек тевсе етілі. Керіште Деніз далғалана, ел далғаны керіш ялысына ұра, керішлілер бұл манзараны көрмек үшін, мұнда келелер, ама бұл табиат манзарасыны тек веб-камералар вастасынен көрмек мүмкін. Бұзым еніміз сонуна етті келеджек хабірлер программасыны қачырманыз, әвленіңізге дайыма әйі хабірлер келсің.